Ой, добрый день, последний день апреля, 30 число. За бортом у нас, как вы видите, 26. 26. Это на солнышке. Без солнышка был 25. Не видно, вроде как видно. Да? Да. Вот. Детишки гуляют, резвятся, веселятся без этого. И вот сейчас, как ни парадоксально, положил градусничек на батарею. Думал поубавить. Сейчас половина где-то четвертого. 15:30. Воскресенье. Смотрите, батарея. Пипец, блин. Вот такие батареи. Ну как так-то? Как так-то? Ну, можно как-то отключить. А, вот так вот и живем. Тари-тарам, тари-тарам. Куда жгем? Ну, мы россияне, богатые. Газа у нас как грязи. С нефтью. У населения денег тоже лопатами гребут, чтобы за коммуналку платить. Молодцы! Так держать. Ну, ребята, давайте как-то, блин. Вон детишки гуляют, вон, в майках. Катаются в майках. И дома еще кто-то. Ай. Так что вот, мы боремся за право самой крутой державы. Вот, разруха не в клозетах, разруха в головах. О, снижаться вроде начал, смотрите-ка. Вот. Слушайте, сейчас попробую. Нет, ну слушайте, вроде как отключает, и то радует. Ну-ка, стоячок посмотрим. Ну, теплый такой, парное молоко, да, градусов 40 есть. Но утром были горячие. Не, утром днем 12 часов. Так что вот. Вот тут у нас цветочки. Пока-пока. Вот в другой комнате градусник. Ну, в другой комнате батарея, я имею в виду. Так вот, температурка. Вот это постоянно у нас горячая.